Собирайтесь, пробудьте свои на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение, иначе зачем на земле вечный живой? В черном белом своем преклоню пред нею главу. Собирайте с гости мои на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами служу. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение, а иначе зачем на земле вечно когда заклубится закат по углам замесая. Пусть опять предо мной проплывут наяву белые буйволы, синие роды, парень золотая. А иначе зачем на земле?